Спасибо вам за стойкость, за целеустремленность. Я постараюсь оправдать ваши надежды, хотя сначала должен сказать, о чем мы не будем говорить. Значит, я буду говорить о том, как работают внутренние механизмы SQL-сервера при организации ввода-вывода. Мы не будем говорить об оптимальной настройке дисковой подсистемы, хотя 64 килобайта форматирования NTFS-а остается в силе. Мы не будем говорить про сетку, мы не будем говорить про best practices, хотя у меня есть глубокое убеждение, что презентации такого рода в итоге дают понимание внутренних механизмов работы и позволяют принимать правильные решения. Значит, для старых версий Windows по-прежнему, значит, необходимо организовывать выравнивание секторов диск-партом. Это хорошо достаточно описано во многих документациях. Мы не будем говорить об availability группах и мирроринге, но мы будем обсуждать немного журнал. Мы не будем говорить об управлении базой данных и не о всех пишущих операциях. Точно так же мы не коснемся IO Affinity. Значит, если посмотреть, как развивалась дисковая подсистема, с которой потенциально может взаимодействовать SQL Server, то тут прогресс, конечно, за последние несколько, за десятилетия, может быть, чуть больше, просто поразительный. 10 мегабайт за $3000 когда-то. Сейчас на Амазоне можно купить 4 терабайта за 150 легко. И вот со всей этой конструкцией, значит, мы сейчас попытаемся взлететь. Начнем мы с создания файла базы данных. Значит, базу данных, файлы базы данных мы создаем в определенном режиме, потому что давным-давно мы в наших маркетинговых материалах писали о том, что SQL Server тесно интегрирован с операционной системой и пользуется ее функциональностью. Но по мере того, как развивалась СУБД, выяснялось, что операционная система при всех ее преимуществах плохо понимает, что от нее требуется при работе именно с базами данных. И SQL Server начал понемножку выделять подсистемы свои собственные для того, чтобы обеспечить максимально оптимальную работу. Появилась свой буфер, появилась своя система диспетчирования, появилась SQL OS, то, что мы называем. А в результате, если мы говорим о создании базы данных, например, когда мы выполняем create файл, мы выполняем его с набором флагов, который требуется для правильной, с точки зрения SQL сервера, работы с файлами. Значит, во-первых, мы не используем буферизацию, которую обеспечит операционная система. Мы это делаем сами. Мы не пользуемся компрессией, вернее, мы не поддерживаем компрессию для файлов базы данных и особенно для журнала, потому что нам необходимо выравнивание секторов. Мы пишем строго по границам секторов на физическом уровне разметки диска. Мы используем флаг, который обеспечивает нам гарантированную запись на стабильный носитель, прежде чем система вернет нам ответ о том, что запись произошла нормально. При этом необходимо убедиться, чтобы стойка поддерживала необходимые протоколы и не вводила нас в заблуждение, говоря о том, что у нас все нормально, при том храня данные в кэше. Если кэш поддерживается батарейкой, это еще ничего. Но если она считает, что она как-нибудь потом что-нибудь запишет, а нам говорит о том, что запись прошла, это не годится, потому что мы в итоге получим битую базу. Мы используем этот флаг, файл флаг overlap, для того, чтобы использовать асинхронные I.O. SQL Server — многопоточная система, и мы практически все операции, которые только возможно, пытаемся выполнять в асинхронном режиме. И так как мы сами управляем памятью, мы используем определенные API-ные функции, которые гарантируют нам, что наши буферы не будут сброшены в файл подкачки, потому что это дополнительные дисковые операции, которых SQL Server старается избежать всеми силами. Значит, сразу хочу подчеркнуть, что мы говорим о классической базе данных. Мы, в принципе, не рассматриваем здесь in-memory OLTP, который работает на совершенно других принципах. Мы говорим о тех файлах данных и тех дисковых операциях, которые мы знаем, ну, начиная, скажем, с версии 7.0. Потому что 6.5 и 6.0 там было много
решений, связанных с ограничениями, которые были на тот момент в операционной системе. Начиная с семерки, мы имеем вот то, что мы имеем сейчас. Причем я очень был удивлен, когда читал, готовясь к этой презентации, очень многие решения идут еще с 2000-го. И они, видимо, настолько были удачными, что или трудно их удалить, что они до сих пор имеют место. На них ставятся надстройки, они немного модифицируются, но вот базовые архитектурные решения остались в значительной степени, основываются на 2000-й версии. Значит, что мы поддерживаем? Мы поддерживаем следующие файловые системы. Начиная с 2014-го SQL Server, мы поддерживаем Reliable File System, за исключением того, что мы не используем ее контрольные суммы. Значит, мы поддерживаем практически любые системы хранения, будь то локальные диски, будь то SAN, iSCSI, SMB 2.0 и 3.0, соответственно, начиная с 2012-го SQL. Начиная с 2012-го нам больше не нужен traceflag, который объясняет SQL серверу, что мы сознательно пишем в такой канал, который не способен нам гарантировать формально сетевой доступ, речь идет об этом, формально гарантировать запись на диск, прежде чем, значит, будет сделан возврат управления. И, естественно, мы теперь поддерживаем блобовский storage в ажуре, вплоть до того, что мы можем растягивать туда always on, если необходимо, можем туда бэкапить, мы можем оттуда ресторить. То есть SQL Server выходит за рамки, так сказать, локального ЦОДа. Значит, с точки зрения дисковых секторов, и это касается в первую очередь журнала транзакций, потому что база данных в части данных работает 8-килобайтными страницами, которые форматируются по одному и тому же принципу, каждый раз заполняются заново и не имеют таких жестких требований по байтовой структуре самого хранения. То есть мы просто ходим по смещениям, смещаемся на величину страницы, берем тот кусок, который мы получили, и эта наша страница, в общем, достаточно хорошо гарантирована. А с журналом ситуация другая. Значит, мы поддерживаем 512 килобайт, 2 килобайта, 4 килобайта, и мы поддерживаем эмуляцию 512-байтовых секторов за счет того, что мы теперь умеем определять истинный размер сектора при открытии файла. То есть мы знаем физический и логический размер сектора и ведем себя соответственно. Почему это важно? Важно это потому, что мы журнал всегда пишем по границе сектора. Размер сектора хранится в метаданных базы, и в том случае, если мы переносим журнал, восстанавливаем бэкап, делаем локшиппинг или availability группы, мы должны принимать во внимание, потому что та запись в журнал, которая у нас есть в бэкапе или в журнальном буфере, она должна быть сформирована строго по границам секторов. В противном случае мы не можем обеспечить понимание, где у нас кончается журнал, где у нас находятся границы логических, значит, файлов внутри журнала, и, соответственно, мы не можем управлять журналом при восстановлении или откате транзакций. Если мы пишем с маленького сектора на большой, то есть у нас база данных изначально была на 512-байтных секторах, мы переходим на 4К, нам необходимо это учитывать, и если запись организована таким образом, что мы не укладываемся в границу, а я там об этом буду говорить чуть позже, нам приходится править журнал, вставлять блоки, которые обеспечивают выравнивание, и очень часто переходить на синхронный ввод вывод, что, естественно, негативно сказывается на производительности. Желающие могут посмотреть номер патента Соединенных Штатов, который приведен внизу слайда. Там довольно подробно, в очень сильно технических терминах расписывается вот эта вот механика работы с журналом. Это для тех, кто любит, так сказать, покопаться во внутрях. Значит, создаем базу данных, нам нужно создать файл и инициализировать его. У нас есть несколько вариантов. До какого-то момента, в 2000-м это точно было, когда это исчезло, я не помню, мы пользовались
функции WriteFile, которая подразумевала, что при доступе к этому файлу Windows начинает заполнять его нулями. Если кому-то из вас приходилось создавать базы данных Create Database большого размера на 2000 SQL сервере, вы знаете, что даже на хороших дисковых подсистемах это занимает очень много времени. Занимает это много времени именно потому, что Windows затирает этот файл нулями, что, естественно, требует значительных ресурсов. В какой-то момент, я не помню, честно говоря, когда это появилось, появилась функция, которая объединяет в себе вызов выделения пространства, но не требует его заполнения. В результате, если сейчас у нас существует набор привилегий, которые описаны вот здесь, в первую очередь это привилегия выполнения сопровождения томов, наш Create Database происходит мгновенно, потому что мы просто-напросто выделяем на дисковом пространстве нужный нам объем и с ним больше ничего не делаем, за тем только исключением, что если наш SQL сервер работает в режиме поддержки требований Common Criteria, это требования по обеспечению безопасности хранения данных, то тогда мы обязаны это сделать. Если же этого нет, а обычно этого нет, наша база данных создается практически мгновенно, но это не касается журнала. Опять-таки, журнал — это достаточно строгая байтовая структура, и мы вынуждены затирать его нулями, потому что в противном случае, когда мы начинаем его читать, мы просто-напросто можем считать те байты, которые были на диске до того, как мы этот журнал создали. И они могут совершенно не соответствовать тем требованиям, которые мы предъявляем к журналу. В итоге мы вообще непонятно, с чем мы имеем дело. С таблицами это проще. Мы выделяем блоки, extend, 8 страниц в экстенте, соответствующим образом их форматируем. И так как мы ходим по смещениям, и заголовок у нас, по сути дела, представляет создание заголовка страницы, по сути дела, представляет из себя форматирование диска с нашей точки зрения, то этих проблем у нас нету. Значит, если мы создаем журнал или увеличиваем журнал автоприращением или вручную, соответственно, используется функция API, которая большими блоками затирает нулями вот это вот пространство, и журнал становится годным к использованию. Значит, если мы хотим для проверки посмотреть, что у нас будет, если бы мы отключили Instant File Initialization, мы можем воспользоваться флагом 18.06 и посмотреть, как это влияет на производительность создания файлов и расширения файлов, потому что автоприращение использует в точности тот же самый механизм, как и создание файла. Если у нас нет привилегии, то каждое автоприращение подразумевает, что мы затираем нулями новый кусок, добавляемый к файлу. Это будет медленно, а если мы еще сделали ошибку и воспользовались дефолтовыми настройками, которые увеличивают файл на 10% от его текущего состояния, то в какой-то момент мы создаем огромный кусок, который мы должны затереть нулями, и неожиданно удивляемся, почему у нас просела производительность. Поэтому, значит, в качестве рекомендации могу сказать, что никогда не стоит использовать дефолты, а всегда нужно пользоваться явным абсолютным значением приращения в размере, наверное, там, до гигабайта, скажем так. А для лог-файла тут сложнее. Я сейчас не готов на этом остановиться, но речь идет о том, что нам нужно приращение давать такого размера, чтобы у нас виртуальные файлы журнала были не слишком велики, но при этом их было не слишком много. Обычно рекомендуется делать приращение, если я правильно помню, по 4 гигабайта. Таким образом, мы получаем порядка 20, что ли, или около того, 512 меговых виртуальных лог-файлов, что, в общем, вполне нормально. Значит, когда мы работаем с файлом, мы работаем с набором структур в памяти, которые описывают нам, с чем мы, собственно, имеем дело. Значит, одна структура в файле это одна структура в памяти — это структура DBTable, которая хранит информацию, почему она DBTable, я не знаю, но она хранит информацию о базе данных в целом. И с ней связана структура, которая называется File Control Block,
хранящая метаданные о каждом файле, который прицеплен к базе. Речь идет о файлах данных. Открывая базу данных при старте или при создании, мы получаем, естественно, указатель на этот файл, которым мы в дальнейшем пользуемся для любых операций ввода-вывода в дальнейшем. Ну, очевидно, что хендл у нас меняется при рестарте SQL сервера, но пока SQL жив, пока он работает, значит, вот этот вот хендл мы храним, и virtual file stats функция всегда можно из нее запросить, с каким хендлом мы имеем дело, если это интересно. Значит, в некоторых DMV у нас упоминается file handle, в некоторых DMV у нас упоминается IO handle, но это на самом деле одно и то же. Это то же самое 16-речное значение. Представим, что нам нужно записать страницу номер 100 в базу данных. Значит, что мы делаем? Мы обращаемся к структуре file control block, получаем... Мы говорим, что нас интересует определенная база данных. Соответственно, мы идем в DBTable, обращаемся к файл-контрол-блоку, берем из нее хендл соответствующего файла и вызываем функцию Windows API, потому что в этом отношении мы ничего сами не выдумываем. С использованием указанного хендла делаем запись в базу данных. В том случае, если мы используем DMV для администрирования, мониторинга и любых других действий с SQL сервером, в той части, которая касается размеров файла, прироста, его LSN, статистики работы с этим файлом, все это хранится в структуре файл control block. Очень полезная структура. По сути дела, virtual file stats представляет из себя дамп содержимого файл control блока для того, чтобы мы могли, значит, ориентироваться с тем, что у нас происходит с точки зрения ввода-вывода на уровне индивидуальных файлов SQL. А когда мы создаем базу данных, у нас создается асинхронный дисковый пул. Как я уже говорил, мы стараемся действовать асинхронно. Вызывается функция произнести, которую невозможно с первого раза, create local database fragment. И она обеспечивает нам создание индивидуальных файлов на уровне логических томов, привязанных к серверу, видимых серверу. То есть в том случае, если у нас база данных состоит из двух файлов, каждый из которых лежит на своем логическом томе, мы открываем два потока. В том случае, если у нас два файла лежат на одном логическом томе, они обслуживаются одним потоком. Это может быть полезно с точки зрения проектирования дисковой подсистемы на логическом уровне, если мы, например, создаем базу данных и хотим, чтобы она у нас создалась как можно быстрее, пытаясь запараллелить процессы. Значит, вот таким образом это организовано. Так как у нас присутствуют, в общем случае, параллельные потоки, выполняющие некую операцию, они работают, ну, точно так же, как любые другие потоки в рамках SQL сервера, соответственно, они могут попасть на ожидание CX-пакет, всем хорошо известное, и, ожидая один другого, как бы не побочным, а дочерним ожиданием из CX-пакет, у нас является ожидание async IO completion. Значит, с точки зрения SQL сервера и операционные системы. Как я уже говорил, мы работаем, стараемся работать в асинхронном режиме, но при этом у нас множество потоков, которые должны работать с дисковой подсистемой. И перед разработчиками встала очень сложная задача, каким образом обеспечить эти два противоречивых как бы требования. Потому что если мы отпускаем поток, нам нужно каким-то образом получить информацию, когда он завершился. Если мы не отпускаем поток, мы получаем 17833, то есть у нас диспетчер, который не отдает, у которого не происходит перехода управления между потоками, что для SQL сервера, как многопоточной базы данных, недопустимо. Кроме того, мы используем вот этот флаг, файл флаг overlapped, при доступе к файлу, который обязывает нас использовать асинхронный режим, и мы к этому сами стремимся. При этом один процесс занимает диспетчер в любой момент времени, один процесс, один диспетчер. И нам нужно каким-то образом организовать уведомление о том, что вызов на ввод-вывод завершился, но пока он в процессе, дать возможность работать другим потокам.
Значит, как у нас работает в результате система оповещения? Я уверен, вы знаете, что SQL Server имеет свою систему диспетчирования рабочих потоков, которая, в отличие от Windows, работает на кооперативном принципе. И на самом деле, когда вот подобного рода презентации готовишь, выясняется, что насколько доброжелательно, что ли, организовано диспетчирование внутри SQL Server, насколько каждый текущий поток заботится о том, чтобы всем остальным тоже было хорошо. Значит, предположим, что нам нужно выполнить запись в базу данных. Мы создаем ивент внутри SQL OS, строим запрос на ввод-вывод, который представляет из себя структуру в памяти, хранящую информацию о событии данной точки входа на функцию завершения I/O. Вот эта вот функция завершения I/O — это принципиальный компонент всего механизма работы SQL сервера, потому что это блок кода, универсальный и абстрактный, который вызывают все компоненты, сходящие с диспетчера, выполнив свою 4-миллисекундную квоту работы с процессором. Она знает о том, что нужно делать в том случае, если произошло то или другое событие. Значит, мы выполняем запрос. Если он немедленно, пока мы еще сидим на диспетчере в рамках 4-миллисекундного слайса, который каждый поток в SQL сервере имеет, не возвращает нам результат, а такое, в общем, вполне возможно, потому что 4-миллисекундное время отклика — это, конечно, возможная, но не всегда реализуемая цель, мы помещаем этот вызов в очередь диспетчера и выходим в ожидание сигнала. И ждем. То есть стандартная кооперативная многозадачность предполагает, что любая задача в рамках SQL Server разбивается на 4-миллисекундные блоки, после которых поток добровольно освобождает процессор и становится вниз очереди, ожидая, когда он снова поднимется для выполнения следующего кусочка. Соответственно, освободив диспетчера или процессор, что в данном случае одно и то же, управление или процессорный ресурс переходит во владение следующему процессу, который стоит в очереди. Он выполняет свои 4 миллисекунды, причем неважно, что он там делает, и по завершении своей части, по выходе, он обязан выполнить две вещи. Во-первых, он обязан оповестить остальные процессы, находящиеся на этом диспетчере и потенциально сидящие в очереди, что он его освободил, и следующий процесс может занять его место. А во-вторых, он обязан проверить очередь ввода-вывода, пройдя по ней, на предмет того, что на каких задачах операционная система или дисковая подсистема вернула указание, что да, вот этот вот вызов завершился. В том случае, если он находит такие задания, причем важно отметить, что процесс может быть любым, пользовательским и системным. Это может быть лограйтер, это может быть наш селект, это может быть кто угодно. Все обязаны работать на благо, так сказать, страны. И в том случае, если в очереди найдены завершенные вызовы, текущий процесс вызывает функцию завершения. Функция завершения знает, с каким блоком в памяти связан тот вызов айошный, который он обнаружил, что завершился. Она берет событие, которое мы создали в начале, и, вызвав это событие, пробуждает тот процесс, который у нас это событие создал, и он может взять результаты ввода-вывода, например, страницу, которую мы считали с диска, и продолжить с ней работу. Дожидаться следующей страницы, делать в ней, там, не знаю, insert, что угодно. Таким образом, мы имеем возможность обеспечить многопоточную работу, и при этом тот, кто инициировал вызов ввода-вывода, всегда знает, что о, он завершился, я могу двигаться дальше. Значит, IO Pending Requests, по сути дела, представляет из себя дамп вот этой очереди ожидания. И если посмотреть, не знаю, насколько хорошо здесь видно, но вы можете на своем SQL сервере сделать вызов, при желании можно посмотреть вплоть до адреса, по которому лежит тот код, который обеспечивает нам вот эту вот функцию завершения, IO completion. Он поднимает сразу несколько сосов. То есть он проходит по очереди. Для каждого задания, которое завершилось, он вызывает функцию завершения. Она информирует все те потоки, которые сидят и ждут. Они берут
по сути дела, результат и ждут, когда до них дойдет очередь сесть на диспетчер для того, чтобы продолжить работу. Нет, нет, нет. Тут кооперативная многозадачность. Значит, это все работает вот по такому кольцевому буферу. Я сделал свое, я сел вниз. Но все необходимые уведомления, когда дойдет до них очередь, я получу. И когда я поднимусь наверх к диспетчеру, я, соответственно, буду готов работать дальше. Другое дело, что мы можем иметь длительное ожидание на дисковой подсистеме, и я уже готов вроде бы сесть на диспетчер, но мой IO не завершился, я не получил уведомление. Тогда, соответственно, значит, я опять сажусь в очередь и жду, когда оно случится. А это очередь одна на все процессоры? А очередь одна на каждый диспетчер процессов связана с логическим ЦПУ. Значит, как мы читаем? Значит, мы читаем страницы, накладываем латчи, мы рассмотрим, как работает scatter read, одна из тех API-ных функций, которая появилась и сильно облегчила жизнь SQL серверу, ну и так далее. Каким образом, значит, мы проверяем ошибки, и мы поговорим о случайном доступе. При всем есть некоторые режимы, в которых SQL сервер не использует механизмы, о которых мы говорим. Например, когда он только стартует, ему нужно понять, с чем имеет дело. Он должен считать конфигурацию. Вот в этом случае, в одном из немногих, он знает, что файл базы данных «Мастер» расположен по такому-то пути, и на 10-й, например, странице расположена конфигурация, которую мы обычно получаем через spconfig. Он идет и прямым чтением из файла по смещению снимает вот эту информацию. После того, как SQL стартовал, все дальнейшие операции идут уже на уровне вот тех механизмов, о которых я сейчас говорю. Значит, предположим, что у нас сработала логика внутри SQL сервера, вот здесь зеленый квадрат, который говорит о том, что нам нужно выполнить некую операцию, но страницы в буфере в памяти у нас нет. Соответственно, нам необходимо ее считать. Допустим, это та же самая пресловутая сотая страница. Для того, чтобы организовать доступ к данным, для того, чтобы обеспечить необходимый набор метаданных для выполнения чтения, SQL Server формирует в памяти буф структуру, которая соответствует конкретной странице, то есть она указывает на имя файла, на номер файла, она указывает на номер страницы и содержит в себе набор дополнительных атрибутов, которые говорят о том, как, собственно, идет процесс чтения. Значит, начинаем мы само чтение с того, что мы для потока, которому эта страница нужна, получаем эксклюзивный латч. Причем для меня на самом деле было большим откровением, что мы получаем эксклюзивный латч не на страницу, а мы получаем эксклюзивный латч на буф-структуру, которая на эту страницу ссылается. Значит, мы получаем эксклюзивный латч. Это та самая логическая защелка, которая обеспечивает нам физическую целостность блоков памяти, с которыми работает SQL Server. Это не лог. Это именно физическая структура, чтобы никто не мог эту страницу попытаться прочитать заново и вот эту нашу буф-структуру каким-то образом модифицировать. Значит, мы взводим бит, который в буф-структуре хранится в bstat свойстве, и говорит о том, что мы сейчас находимся в процессе чтения страницы. То есть мы говорим о том, какого рода операцию мы пытаемся произвести. После чего мы вызываем read-файл. И в том случае, значит, если мы не получаем ответ немедленно, мы ставим в очередь наш запрос, но мы ставим не буф-структуру, а мы ставим специальную структуру, которая содержит поинтер на вот этот вот буф. И в этом поинтере, и в этой структуре, которая сидит у нас в очереди, есть еще одна completion routine, вот этот вот коричневый прямоугольник, который знает, что нужно делать, когда операционная система вернет результат операции ввода-вывода. Значит, мы читаем файл. Дополнительно, совершенно осознанно, 10 минут осталось, черт возьми, у меня еще, бог ты мой. Да, я не укладываюсь, похоже, но что поделаешь. Значит, дополнительно мы пытаемся получить shared latch.
который, естественно, встает в очередь, потому что у нас Shared Latch и Exclusive Latch несовместимы. Но мы, в зависимости от того, что за бит у нас находится в буф-структуре, получаем латчи разного типа. Значит, если у нас bstat хранит информацию о том, что мы находимся в процессе чтения, мы получаем page.io latch. Если у нас bstat хранит другой статус, это значит, что мы имеем дело с страницей, которая уже находится в памяти, в буфере, и мы получаем page latch просто, без IO. После чего мы с чувством выполненного долга делаем switch и уходим с диспетчера. Read file считывает 8-килобайтную страницу, помещает ее содержимое в буф-структуру, и следующий процесс, который выходит с диспетчера, который, по сути дела, занял наше место, выполняет проверку, не завершился ли наш вызов. Ну, он работает не специально для нас, он работает по всей очереди. Ну, допустим, нас только двое, больше никого нету. Значит, соответственно, он вызывает макро, который, в свою очередь, вызывает getOverlappedResults, и в том случае, если getOverlappedResult возвращает информацию о том, что да, IO завершилось, он вызывает completion routine, которая, пользуясь поинтером на буфер, выполняет следующую функцию. Она снимает эксклюзивный latch и дает нам доступ к содержимому буфера, по сути дела, к странице. И теперь эту страницу можем читать и мы, и все остальные желающие. Мы снимаем бит buff.io, который говорит о том, что страница находится, то, что называется in transition, в процессе чтения. Соответственно, значит, следующие латчи, которые будут на нее наложены, они будут не page.io latch, а просто page latch. И она выполняет, эта же процедура, она выполняет набор проверок, которые мы выполняем для того, чтобы обеспечить целостность данных с точки зрения логики хранения. Ну и, соответственно, тот процесс, которым мы имеем дело, он просыпается и начинает что-то делать с этой страницей, в зависимости от того, что он хотел. В том случае, если мы работаем по одной странице, это все очень медленно. Мы стараемся читать как можно больше. И тут возникает интересная задача. Из файла мы можем читать только последовательный набор страниц. Мы не можем за один IO-вывод, за один вызов read-file прочитать страницу 5, 6 и 7, которые расположены в разных местах диска. Мы читаем только последовательный набор страниц. А вот в буфере они расположены как попало, потому что это память, и там никаких ограничений нет. Давным-давно в 6.0 версии, когда не было механизмов scatter-gather, приходилось делать следующее. Создавалась структура промежуточная в памяти, мы считывали туда страницы, и потом из этой структуры мы раскладывали страницы по памяти, что было, естественно, очень медленно. Теперь мы работаем следующим образом. Мы выделяем массив в рамках этого массива в памяти. В рамках этого массива мы набираем набор указателей на странице в памяти. Причем тут дополнительно интересный момент. Ось читает 4-килобайтными блоками. SQL Server работает 8-килобайтными. Соответственно, для описания одной страницы SQL Server нам нужны два поинтера. С помощью вот этого механизма, когда мы, по сути дела, оперируем массивом указателей, нам не нужно промежуточных блоков памяти, мы все, так сказать, раскладываем сразу и всегда получаем возможность на это сослаться. Значит, стараемся читать как можно больше. Во-первых, потому что это с точки зрения дисковой подсистемы оптимально. Во-вторых, на Enterprise-версии мы стараемся набить буфер как можно плотнее на старте SQL Server с тем, чтобы когда нам понадобилась страница, мы могли до нее добраться, не читая с диска. Даже если нам нужна всего одна страница для каких-то операций на системном уровне, там IMPatch, рутовый индекс, мы все равно пытаемся найти, нет ли рядом страниц, которые мы могли бы прочитать, ну, разумно, мы не читаем абы что, для других процессов, с тем, чтобы они воспользовались, ну, как бы нашими трудами. Опережающее чтение старается читать как можно большими блоками, значит, в Enterprise редакции потенциально мы можем считать до 5000 страниц за раз. Это делается, этого не делается никогда, потому что, значит, у нас есть набор ограничений. В частности, индивидуальный IO, это наши предельно 512 килобайт. Но
В принципе, значит, я не знаю, будет эта система развиваться, потенциально, значит, мы можем считать и больше. А в том случае, если мы имеем дело с хипом, который разбросан по диску, и страницы у нас максимум, что объединены в экстенты, соответственно, при существенном фрагментировании этого хипа, когда у нас нет кластерного индекса, который можно упорядочить, мы ограничены 64 килобайтами на чтение. Но это в любом случае лучше, чем 8. Значит, Read Ahead работает, опережающее чтение работает на таких очевидных операциях, как сканирование, удаление фантомных записей, CheckDB, построение индексов, то есть когда нам необходимо считать много с диска. Значит, соответственно, в результате, да, мы можем использовать 652 TraceFlag для того, чтобы отключить опережающее чтение, опять-таки посмотреть, что получится. И результирующий наш индивидуальный вывод составляет от 8, что нехорошо, но возможно, до 512, что идеально с точки зрения стандартных вращающихся дисков, килобайт за один вывод. Значит, я быстренько сейчас прощелкаю метрики и статистика, потому что наверняка со всеми вот этими счетчиками перфмоновскими и, возможно, даже с X-эвентами вы встречались, поэтому тут ничего особенно нового здесь нет. Единственное, что интересно, это самая нижняя позиция, которая называется DMOS Buffer Description Read Microseconds. Эта цифра показывает нам, сколько времени у нас заняли операции ввода-вывода на конкретную страницу, находящуюся в буфере. И эта цифра нам очень полезна при использовании нового функционала, который появился в 12-м SQL сервере, Indirect Checkpoint, который адаптирует свою активность к тому, насколько быстро работает дисковая подсистема. Эта цифра позволяет ему рассчитать, сколько нужно времени для того, чтобы обеспечить рекавери базы данных в пределах того диапазона, который указан в настройках. Если мы задаем 60 секунд, он, соответственно, знает, что для чтения 60 за 60 секунд он может считать, допустим, там, не знаю, 500 тысяч страниц. Соответственно, он держит объем грязных буферов не больше, чем вот это вот число. Значит, что у нас с метриками файлов дисков? Так, Virtual File Stats – очень полезная функция, я думаю, что все ею пользуются. Она не работает для гекатона, она не работает для файлстрима, она не работает для буфер пул экстеншенов по тем простым причинам, что там совершенно другие структуры хранения на файловом уровне. Она отслеживает любые операции для индивидуальных файлов, накапливается с момента старта и сбрасывается только рестартом SQL сервера. Значит, ожидания мы можем смотреть вот этими вот представлениями. Я уже начинаю тараторить, к сожалению, потому что времени осталось мало, а у меня всего-навсего, давно я так не попадал, 18 из 48 слайдов. Да, грустно. Значит, Windows метрики. Это тоже, в общем, да, ошибки. Давайте поговорим об ошибках. Значит, ошибки бывают нескольких типов. Во-первых, это может быть ошибка чтения на уровне операционной системы. Она что-то не смогла считать из файла. Соответственно, мы получаем ошибку 823, текст, который отличается в зависимости от того, что конкретно произошло. Это может быть ошибка 824, которую выдает completion рутина, о которой я говорил раньше, при проверке считанного буфера. Потому что после того, как мы считали страницу, мы делаем как минимум ряд дефолтовых проверок для того, чтобы убедиться, что страница у нас целая. И, например, если у нас настроена проверка контрольных сумм, и контрольные суммы не сходятся, мы получаем то сообщение, которое видно на слайде. Это не ошибка Windows, это ошибка, как правило, дисковой подсистемы или чего-то еще, по сути дела, испортившего нам физическую структуру хранения страницы. И 825-я ошибка в том случае, если мы сбойнули по 823 или 824, в SQL сервере предусмотрено четырехкратное повторение чтения для того, чтобы «а вдруг пройдет». В том случае, если оно таки не проходит, мы поднимаем 823 или 824, если оно таки проходит по какой-то причине, мы страницу помещаем в память, но поднимаем 825-ю ошибку. Наверное, вот это будет последний слайд, который я успею рассказать. Что мы проверяем? Собственно,
Что может быть причиной выдачи 824-й ошибки? Значит, это мы запросили одно количество байт, Windows вернуло нам другое. Такое бывает при ошибках дисковой подсистемы. В том случае, если у нас настроена проверка контрольной суммы, и она не сошлась, причем вот эти проверки, они построены, вот слайд построен по порядку проведения этих проверок. Значит, если у нас Page Verify Checksum настроена, соответственно, значит, мы сравниваем контрольную сумму, и если она не сходится, мы выдаем 824. Если у нас настроена проверка на разрыв страницы, соответственно, мы делаем эту проверку и выдаем ошибку, если биты у нас не сходятся. То есть произошел разрыв по грани секторов. Если ни то, ни другое не настроено, мы делаем проверку по умолчанию, которая пытается определить, тот ли идентификатор страницы мы получили, который мы хотели получить. Потому что здесь очень все просто. Значит, мы имеем четко определенные смещения внутри файла, и если величина смещения не соответствует идентификатору или идентификатор вообще не записан, соответственно, мы выдаем 824. В некоторых случаях дисковая подсистема возвращает нам успешное завершение операции записи, но при этом что-то у нее там в кэше может быть повреждено, и LSN, который мы записываем на каждую страницу при ее модификации и храним некоторое время в кэше, не сходится с тем, что мы сохранили после записи в кэше, и с тем, что мы фактически считали с диска. Если мы имеем дело со старой страницей, мы выдаем 824. И, наконец, если у нас настроен флаг 806, мы выполняем очень дорогостоящую, но тем не менее весьма исчерпывающую проверку на уровне DBCC. То есть мы проверяем каждую страницу на физическую целостность. Все, да, время кончилось. Мне очень стыдно, но я не рассчитал свои силы и вынужден закончить, ну, даже не на середине. Презентация будет выложена, я ее подготовлю, она будет доступна на сайте. Значит, если у вас будут вопросы, то, соответственно, вы можете их мне задать по вот этому адресу. Ну и, черт возьми, я должен перед вами извиниться за то, что так медленно говорю, но, к сожалению, тема не позволяет быстро тараторить. Первую презентацию мы 50 слайдов прошли за 40 минут, а здесь видите как. Вы знаете, может быть, не знаю насчет пасса. По крайней мере, мне пока никто не предлагал. Если предложат, буду думать. Пока не знаю. Ну вот, собственно, еще раз прошу меня извинить, но, увы, 50 минут слишком мало для того, чтобы раскрыть такую богатую тему. Были интересны. Да, спасибо. Надо тренироваться. Говорить все быстрее, быстрее, быстрее. Ну все тогда. Спасибо за внимание.